Рамки, металлодетекторы и пандус на входе. Камеры под потолком, которые охватывают все пространство. И места для членов избирательной комиссии и наблюдателей. В колледже имени Ляпиной по адресу Полевая 80, где будет располагаться избирательный участок номер 3005, уже сегодня готовы проводить выборы. Осталось лишь поставить столы и урны. Такого высокого уровня готовности удалось добиться благодаря качественной подготовке и опыту прошлых избирательных кампаний. Все возможные ситуации были проработаны. Это отмечают и члены общественного штаба по независимому наблюдению за выборами, которые проверяют готовность здания к предстоящему избирательному процессу. Мы еще все находимся в тонусе, мы все на местах и готовы к очередной избирательной комиссии. У нас доступность для маломобильных групп населения соблюдена, у нас компактное расположение самой избирательной комиссии, то есть все в зоне доступности, просматривается камера, все очень компактно, разделены входы и выходы для избирателей, максимальное удобство предусмотрено как для избирателей, так и для самих членов ОИК. Хороший уровень подготовки и в здании по адресу улица Новосадовая, 11. Здесь также есть системы безопасности и видеонаблюдения, выносной пандус и комфортные условия для членов избирательной комиссии и наблюдателей. Подобные выезды на избирательные участки члены штаба проводят вместе с региональным избиркомом. Всего в Самарской области будет работать 1751 участок, поэтому, учитывая, что это третья избирательная кампания за год, помещения для оценки подбирают с учетом нескольких факторов. Мы работаем в тесном взаимодействии с избирательной комиссией областной, и у нас есть информация о тех точках, о тех участках, ну, куда надо поехать в первую очередь, и с точки зрения положительного опыта, и, может быть, с точки зрения каких-то недостатков, которые были выявлены во время предыдущей выборной кампании. Поэтому мы стараемся максимально сделать охват. Помимо оценки подготовки помещений, где будут располагаться избирательные участки, членами штаба ведется работа и по обучению независимых наблюдателей. В планах проведение дополнительных встреч с молодежью, где напомнят о важности участия в голосовании. Всего в состав штаба по независимому наблюдению за выборами входят 15 человек. Это представители областной общественной палаты, ведущие эксперты по части избирательного права, представители аппарата уполномоченного по правам человека в Самарской области, представители средств массовой информации, в том числе и генеральный директор телеканала «Самара ГИС» Елена Кольцун. Андрей Горгуленко, Игорь Казановский. События.